Здравствуйте, уважаемые слушатели. Продолжение нашего курса урок номер два функциональное программирование. В мире животных существует разделение на царства в рамках царств, на там, группы, семейства, отряды. Я, к сожалению, не биолог совсем, и я этих деталей в разделении не знаю. Но интересно то, что в мире языков тоже существуют семейства. Я говорю как про естественные языки, так и про языки программирования. Так вот, точно так же, как разделение на биологические царства, грибы, бактерии, там, э, животные, растения, да, оно лежит вот на самом глубинном уровне, да, и животные на самом деле бывают одноклеточные, да, бывают кораллы, Какие-то, да, там, бывают моллюски, бывают позвоночные, соответственно, да, млекопитающие. И какой-то вид, что называется, да, какое-то царство является давлеющим. Да? Какой-то вид животных в рамках этого царства тоже является таким вот, что называется, вот подавляющим. Но в отличие от биологических видов, где генетическое взаимодействие различных э, видов из различных царств практически невозможно, ну, то есть оно... А, там, не знаю, может быть, ну, вирусы, они а в рамках царства хотя бы, да, то вот в программировании, в языках, поскольку существуют живые люди, программисты, которые являются носителями, а они раз, оттуда, сюда, о, у меня идея, то там некоторый такой кросс кроссинговер, не знаю, как назвать это, опять же, биологически, да, короче, какой-то вот этот обмен а, идеями, он существует даже между, что называется, царствами. Так вот, в языках программирования, Существует три больших вот таких вот, можно сказать, царства. Значит, смотрите, царство в языках программирования. Первое из них это так называемые императивные языки. Императивные вторые языки. Это так называемые функциональные. И третий, это логические. Я э, скажу вам, что из логического царства, я знаю только один единственный язык, это язык пролога. Язык пролога, э, он в принципе вроде бы живой но про его же адекватное использование в современном мире я практически не знаю. Вот. Наиболее развитое семейство – это семейство императивных языков. Языки объектно-ориентированные являются под видом структурных языков, которые являются, как в частном случае, императивных. Дело в том, что само разделение вот мне сейчас важнее даже не конкретные языки приводить я не про это хочу поговорить а начать с того а в чем собственно фишка то почему это разные царства дело в том что если вы слышали определение алгоритма в школе что такое алгоритм ну, потому что определение в школе и определение по вузовским учебникам различаются радикально вот в теории алгоритмов алгоритм это вычислимая функция Точка. Алгоритм ⁇ это вычислимая функция. А что значит вычислимая? Ну, ее можно вычислить на машине Тьюринга, или можно аналогично дать или на машине Поста, или при помощи алгоритмов Маркова. Вычислимая функция, все. Это алгоритм. Вот. Но это хорошо, а так сказать, да, но школьнику это не годится. Школьнику говорят так, алгоритм ⁇ это последовательность команд, означающих действия, да, последовательность команд на формальном языке исполнителя, ведущая к цели за конечное время. Там, на самом деле, это хорошее определение, но много о чем говорит, но оно автоматически нас очень сильно заталкивает в первое царство. На самом деле, совершенно не так. Когда вам в школе, опять же, рисовали алгоритм, как последовательность вот таких вот блоков, и вам написано отсюда, вот сюда, потом вот это, сделай вот это, а потом вот это. Это касается только императивных языков. То есть можно сказать, так что блок схемы, ассемблер, машинные коды, в которых четко, строго определена последовательность действий, это императивные. Чтобы легче было это воспринимать и понимать, надо понять, а что значит императивные. Да? А, ну, вы, наверное, смотрели Гарри Поттера, где моя палка? вы, наверное, смотрели Гарри Поттера, там какой-нибудь Империо. Да? Что такое Империо? Да? Одно из запрещенных заклинаний. Да, когда, что называется, запрограммировал другого человека, чтобы он выполнял, ну или животное, чтобы он выполнял конкретные э, тобой определенные действия. Да, когда там говорили, что вот Волан-де-Морт меня заколдовал, я действовал не своей волей, а под империю. Короче, император это кто? Повелитель, да, управлять, он управляет своей волей. Да, то есть вот мы именно что? Командуем. Можно так сказать приказательный язык. Да, императив в английском языке, ну при изучении языков, что такое императив? Look, да? sit down, shut up. Да, императив, приказание. И вот приказание, раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. И вот фишка в том, что оказывается, это не единственный способ описывать алгоритм. На самом деле, слом вот этой парадигмы можно осуществить, рассказывая про алгоритмы Маркова. Не в нашем учебном курсе, некогда. Но запомните, нормальные алгоритмы Маркова. Э, так говорил сам академик Марков. Именно алгоритмы, потому что «с» звук «с» в греческом слове алгоритм. Хотя нет, подождите, аль он же не... Он, вообще араб. Но тем не менее алгоритм через «с». Короче, через вот это. Значит, поэтому алгоритмы, алгоритмы на русском вполне годится. Да, Тимофей, Тимотей, вот попытка русской передачи звуков. Значит, еще раз. Функциональное программирование, в чем его идея? Идея в том, что мы хотим вычислить некую функцию. Хотим вычислить некую функцию. Да? И мы, описывая некую функцию от каких-то параметров, объясняем, эта функция является тра та та ра та там это g от x умноженное на h от x, y. А что такое g от x? Давайте объясню вам. А g от x это трата там, соответственно, ну там, не знаю, 1 плюс x. Там. А, но фишка наступает интересная, да, что в математике существуют функции какие-то, давайте, не знаю, h от y напишу, да? h от y, ну, кстати, тут я упомянул y, а реально-то мы понимаем, что мы право здесь, ну, там-то это y, а здесь я объясню, что это x, да, говорю, а h от x это что? h от x это и тут я говорю, ребята, h от x равна единице, когда x меньше 2, либо равен 2. И она равна h от x минус 1 плюс h от x минус 2 для x больше 2. Да, ну и при этом подразумеваются там эти самые натуральные числа или целые отрицательные. Целые числа. И вот тут возникает интересная функция, зависящая сама от себя. На самом деле в математике это вообще в легкую просто, ну, никаких проблем. Да? Для программирования это рекурсия. И вопрос: а можем ли мы, собственно, вот, вот этим практически, что называется, и описывать алгоритм? И ответ: Да! Да! Оказывается, нам ну, в императивном программировании для описания каких-то сложных вещей? Нам необходимо что? Нам необходимы циклы. Да? Нам необходимо иметь возможность командовать, какая команда будет следующей. Ну, естественно, что если не будет ветвлений, не будет ветвлений, у нас не будет возможности. Ну только вошли в бесконечный цикл и дальше циклимся. Да? Нужно сделать ветвление, например, там, цикл с предусловием, который поможет нам выскакивать вовремя, чтобы продолжать действовать следующее. Или там ветвление, что мы выполняем либо одно, либо другое. Но это вы все знаете. Это вы все знаете. Вопрос в том, что в функциональном программировании нам не надо описывать последовательность действий. Возникает вопрос, можно ли э, компьютер заставить, что называется, вот как-то это разобрать, да и кроме того, а вообще есть ли компьютер, который сможет в этом разбираться? Ответ такой. Дело в том, что для императивных высокоуровневых языков тоже нет компьютера, который это будет выполнять. Нету нам все равно нужен транслятор, транслейтер, переводчик с языка высокого уровня на язык машинных команд. И оказывается, что написать транслятор для вот этой функциональной логики, на самом, когда у нас последовательность вычислений не описана, ну, мне надо g от x, прошу прощения, умножить на h от y. Кого из них вычислять первым? В начале g от x или h от y? Какая разница? А если вдруг у меня есть несколько вычислителей, и вдруг моя вычислительная система может запустить параллельные вычисления, Допустим, да она вычисляет их параллельно. Главное, что эти результаты, они связаны с точки зрения того, что нужно вначале, конечно же, вычислить, да, и тогда мы узнаем, чему равна f от x, y с конкретными значениями. Понятна логика, да? А, одна из важных интересных вещей. В императивном программировании, да, в логическом, я так вот маленькую ремарку сделаю, в логическом там последовательность действий тоже не определена и не задана, но эм, вся программа описывается логическими предикатами. Если вот так, то так. Если вот так, то так. А, а вот это означает вот это. Короче, я никогда не программировал на них, да, и, и они практически неизвестны, практически, вот они мало популярны, вот я знаю про пролог больше ничего, а я и никогда не писал в нем ничего. Вот поэтому давайте, что называется, прологические сейчас это самое, вот это э, полуживое царство мы трогать не будем. Интересно то, что между языками императивными и функциональными есть некое, никак как сказать, вот взаимодействие, да, в то же время существует так называемые а, чисто императивные языки. Вот чисто императивный язык, в котором даже нельзя написать вот такое вот функциональное высказывание. Прям последовательность действий. Знаете, какой? Ассемблер. Там уж если вы хотите какое-то высказывание сделать, то так и командуйте. Это умножить на это. Это положить сюда. К этому прибавить вот прям последовательность. Вот, давай, вот так. Понятно? Вот ассемблер ⁇ это чистый императивный язык. Чистые функциональные языки тоже существуют. Такие вот чистюли, чистюли. Они существуют. Так вот, товарищи, в чистых функциональных языках, чистых функциональных языках нет переменных. Это надо осознать. И не, не в том смысле, как в Питоне, что там ссылочная модель. Их реально просто нет. Не существует. А что же тогда есть там? Ну, очевидно, там существуют функции. Да? То есть мы можем создавать новые... Ну, мы же должны что-то запрограммировать, мы должны создавать какие-то сущности и давать им имена. Каким же сущностям мы можем давать имена? Ответ функция. Мы можем называть функции какими-то именами по, по человека понятными длинными, но надо сказать, что есть такая штука, да? Что? А что есть? Да? Есть функции раз и товарищи, есть константы. Причем, учитывая, что пространство имен в рамках которой это, этой константе дается имя, оно разное. Вот хотя бы очевидно, что h от x, а я вызываю h от x минус 1, значит, вычисляя h от x минус 1, мне понадобится что? Чтобы h от x минус 1 в том пространстве имен, которое будет вычислять вот эту функцию, равнялось самому x. Ну, в смысле, x означал другое, да, то есть в этом смысле, что одно имя в разных местах, в разных функциях локально может означать что-то совсем другое, да? То есть в этом смысле, но дело в том, что нет переменных, нет присваивания. Понимаете? Нет ножек. Короче, нет, присва... нет переменных, нет присваивания. Не существует таких инструкций, не существует таких инструкций, в которых я мог бы взять и сказать x да, плюс равно 1. Изменить невозможно. Невозможно. Я могу создать новое значение, сказать y равен x плюс 1. Это пожалуйста. Y второй, y 2 равен y первому плюс 1. Это пожалуйста, но это будут разные. Да? Соответственно, товарищи, нет массивов. Ну, массив и список там в питоне, да? изменяемая структура. Нет изменяемых структур данных как жить. И вот, отвечая на этот вопрос, я хотел бы попробовать пожить в этом мире. Да? Знаете, как ребенок, он погружается в какой-то мир, да? он родился в какой-то стране. Вокруг люди на каком-то языке болтают, руками махают, что-то происходит, то улыбаются, то кричат. На то плачет Ну, что как бы происходит? Он, он, он не паникует, он не паникует, он смотрит на это дело. Ну, у него тоже потребности какие-то есть, да? Вот, плачет иногда, иногда улыбается, пытается как-то реагировать. В какой-то момент он как-то вникает, проникается, естественно, да? Ни с чем не сравнивая, да? У нас, в некотором смысле, у нас есть возможность сравнивать, но зачем я буду сразу вам функциональное программирование в этом смысле мне очень нравится обучать школьников э, двоичной системе счисления погружением в нее. Говорю, Ребята, давайте я сейчас вас научу. 1 плюс 1 равно 2. Ну, записываю вместо 2, 1, 0. Ну, и так далее. Вот. И поехали считать, вычислять, работать. А потом как бы натягиваем, натягиваем мостики. Вот давайте сейчас попробуем, что называется, пожить в функциональном программировании. Так, сейчас, секундочку. Так. Итак, значит мы э, сейчас, э, э, я сейчас буду работать просто в э, э, Idle без всяких наворотов. Я хочу, чтобы было все примитивно, а потом мы, когда будет надо, тогда мы в Юпитер ноутбук перейдем. А так вот что, все, консолька. Значит так, э, э, описание функций, ну это вы знаете, да? Описать функцию это что, ну def там fu от x, пожалуйста, да, описали функцию. Да, ну давайте, самое простое, да, return, функция, которая что-то возвращает, ну там, не знаю, x плюс 1, да, функция, которая возвращает x плюс 1. Ну, естественно, теперь я могу эту функцию звать, да, от чего-то там, ну и она что-то мне возвращает, да, я могу запомнить это значение в новую переменную, ну давайте договоримся, я не имею права, да, записывать. Э, в ту переменную, которая уже была использована, то есть именно что буду считать, что это константы. Питон не является чисто функциональным языком, поэтому он не запретит мне, он не будет бить меня по рукам за то, что я присваиваю в то, что уже имеет значение. К сожалению, в данном случае, ну в смысле для исключительно, к сожалению, э -э -э -э, потому что ради моей игры текущей. Итак, что хочу? Я хочу, соответственно, позвать функцию, да, и а, записать это значение в переменную в, в, в константочку, как бы в Y. Да? Вопрос: подождите: ну а как я могу что-то сделать интересное? Вот у меня только функции, только функции, ничего больше. Нет функций, нет циклов while. На самом деле, я сказав такие слова: вот нет массивов, мог сейчас несколько. Как сказать, услубить, ну, помешать вам понимать, что происходит. Ну, давайте попробуем вначале вот так вот. А, давайте для начала сделаем цикл без циклов вообще. Нет вайла, нельзя им пользоваться. Я сделаю следующее. Давайте. Я хочу сгенерировать и распечатать прогрессию. Прогрессион. Давайте подумаем. Ну, то есть, числа распечатать числа от 1 до, до 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. а лучше давайте от 0. Давайте от нуля до 9. Как мне это сделать? И следующая мысль приходит в голову. А давайте. А давайте. У меня будет, собственно, вот этот да, Как бы, да, я буду указывать этот стопер, да, стоп. Ну, стопом будет десятка для движения от 0 до 10. Старт, старт степ я сейчас не буду трогать, да, хорошо? Вот. И что я скажу ему? А, нет, слушайте, а давайте все-таки со стартом. Старт, стоп и степ. Потому что будет красиво. Сейчас будет красиво. Я говорю, так, товарищи, допустим, я хочу распечатывать эту прогрессию на экран. Да? Допустим, я хочу ее распечатывать, просто распечатывать на экран. Да? Значит, эм, что это значит? Мне нужно понять в первую очередь, когда пора останавливаться. Если у меня да, старт уже больше либо равен, чем стоп, то мне не надо ничего делать. Быстро выходим отсюда и все. Да, ничего не надо делать. А вот если старт меньше, чем стоп, тогда, естественно, старт надо распечатать. Ну, то есть текущее число прогрессии надо распечатать. Да? Раз. А еще что надо сделать? Кроме того, что печатая, печатаем этот старт, мне нужно еще и сказать. Ну а потом надо распечатать всю остальную прогрессию. Но остальная прогрессия является по сути куском этой прогрессии то есть тоже прогрессии. Да? Говорю арифметической прогрессии. Progression, Начиная с чего? Старт плюс степ. Стоп прежний. И степ тоже прежний. Шаг не изменился. Ну, собственно, все. На самом деле вот этот if-старт больше, либо стоп можно было и не делать. Можно было это все наоборот раскрутить, было бы покороче. Но мне хотелось, чтобы этот пункт их выглядел явно. И теперь что будет у меня происходить? Я запускаю ее от 0 до 10 с шагом 1. Та-дам! Итак, внимание, первая важная мысль, которую надо осознавать. Функциональное программирование, чистое функциональное программирование требует, ну не то, что требует, да, оно позволяет заменить при помощи рекурсии циклы. А, более того, это доказано как математическая теорема. Можно отказаться от использования циклов в пользу рекурсии. Впрочем, доказано и обратное. Доказано, что можно пользоваться э, циклами всегда, когда нужна рекурсия. Короче, императивные языки да, и функциональные языки, они алгоритмически равноправны. И те, и другие являются тьюринг-полными, и теми, и другими можно вычислить все, что угодно. Но! А согласитесь, что сам механизм вот этого вот описания, да, он совершенно другой, да, то есть вот и я ничего вообще никуда не присваивал, ничего никуда не присваивал. Ну и, собственно, если подумать про рекурсию, да, то... Uh, вот в некоторых конкретных ситуациях рекурсия является очень красивым описанием. Я очень люблю, например, там, черепашку. Да? Uh, черепашку, ну, если там мне понадобится ее подключить, импорт Turtle, uh, может быть, импорт Turtle ST, чтобы покороче писать. Да? Так вот, что я хочу с черепашкой, я хочу описать функцию, которая будет uh, обеспечивать мне движение, но ну, не простое, а Go Snowy, двигаться снежно. Двигаться снежно. Куда двигаться, точнее, на какое расстояние двигаться снежно. Ну, я давайте назову это расстояние length. Да? На, на расстояние length. Черепашка, двигаясь снежно, должна пройти из текущей точки в том направлении, куда она смотрит, расстояние length. И тут важный момент. Я скажу: если эта длина ну, меньше, чем сколько-то пикселов, то не надо уже всякой там фигней заниматься. Да? Ну, давайте там меньше, чем 5 пикселов. Меньше чем 5 пикселов уже не надо. Тогда скажу, просто двигаться. Ну, черепашка для того, чтобы двигаться вперед, имеет такой оператор forward. Соответственно, а длина. На сколько двигаться вперед? На длину length. Замечательно. А иначе, обратите внимание, что вот этот if else да, является, по сути, вот этой фигурной скобочкой. Вот такой вот фигурной скобочкой, в которой говорю, эта функция значит tram или трам, да, ну может быть больше этих ветвлений, да, но ну, я просто разделяю эти подслучаи. То есть этот, еще раз, наличие ифа, элса, высказываний, в которых я вычисляю эти сравнения, это не означает, что я тут, или команд черепашки, это не означает того, что это вообще не функциональный язык. Все-таки это функциональный язык программирования, то есть действия туда все-таки закладываются. Действия при вычислениях все-таки подразумеваются, понимаете? Я, да, существует такое понятие, как чистые функции в функциональных языках разделяют pure functions да, и not pure functions. То есть чистые функции и нечистые функции. Есть отличие. Нечистые функции подразумевают действия. Чистые функции это математические. Они подразумевают только вычисление. То есть, в чистых функциях чистую функцию, прошу прощения, можно закашировать. То есть можно запомнить ее старое значение и нет никаких побочных эффектов. Она ничего не делает, она ничего не посылает по сети, она ничего никуда не печатает. Чистые функции, они осмысленны, но только ими обойтись нельзя. Да, без грязи, в кавычках, да, без функций, которые что-то делают, обойтись нельзя, да, то есть в этом смысле у функциональных языков принципиально есть примесь вот этого императивизма. Ну, все-таки это еще раз говорю. Не просто функции, выращивающие функций, а функциональный язык программирование. Действия должны подразумеваться. Ну, просто удобно разделять. О, это чистое, значит, можно кэшировать, а это нечистое, значит, кэшировать нельзя. Но тем не менее, мы, как бы, вот должны, еще раз говорю, отказаться от переменных, от присваиваний, попробовать и от циклов вместе взятых. Итак. Что я сейчас сделаю? Я сейчас фрактал нарисую. Значит, а что значит «двигаться снежно»? А «двигаться снежно» будет означать так. Это будет означать, во-первых, «двигаться снежно». Угу. Соответственно, «но» на расстоянии не «length», а «length» на 3. Дальше, поворот налево. Черепашка, повернись налево на 60 градусов. Дальше, снова двигаюсь снежно. На расстояние length э, натри. После этого черепашка поворачивается направо на 120 градусов. Снова двигается снежно. На length натри. Ну, я мог запомнить этот length натри. Ну, слушайте, ну пусть он будет каждый раз у меня. Потом повернуться налево, снова на 60 градусов. И снова двигаемся снежно на, соответственно, то же самое расстояние. А дело в том, что я математически легко могу обосновать, что вот это вот движение, да, пум-пум, Пум, пум, это расстояние суммарное, оно равно, собственно, вот этой длине length. Почему? Ну, я прошел length на 3 раз, потом раз, два, но это равносторонний треугольник, у меня 60 градусов, здесь 120 градусов, и я вернулся сюда. И черепашка в итоговой точке смотрит ровно туда, куда смотрела в начале. Понятно? Ну и, собственно, что в результате получается у меня? Значит, я сейчас эту функцию заканчиваю, это конец. Я описал, что такое двигаться снежно. Давайте позовем эту функцию Go Snowy. Пусть черепашка подвигается снежно на расстояние 100. Давайте чуть больше там 200. А, ладно, пусть стопы. Ой. В чем дело? Ноуны. No... А, я опечатка. Ай. Пожалуй, мне придется все-таки взять и сделать фа файлики. Ок, будет файлики. Так, все, сохраним тогда этот файлик. Значит, где у нас там наша папочка GitHub? GitHub PyDatan. снова. Поехали, запускаемся. А, я ж не исправил ничего. Не туда. Ленга. Вот, вот здесь я ошибся. Эй, черепах ты где? Где черепаха? Еще раз. А, функция описана, но не вызвана. Я прошу прощения. Go Snowy. На самом деле я могу ее позвать прямо не отсюда, а у меня же интерпретатор остается в режиме запуска. Я могу отсюда. Go Snowy. Значит, и сказать ему на какое расстояние. Все, поехали. Запускаем черепаху. Черепаха поползла. Ой, ползет. Ну, немножко медленно ползет. Я бы хотел, чтобы она ползла побыстрее. Да? Хотел бы, чтобы она ползла побыстрее, но сам факт того, что она делает, мне очень нравится. Давайте сейчас сделаем следующее. Я ускорю черепашку, я ему скажу спид. Ну, давайте там сотню и загоним, скорость. Хотя, по-моему, сотня от 50 уже не отличается. Вот. Значит, и. Сделаем следующее. Я хочу сейчас повторить это действие, но так, чтобы черепашка, чтобы эта черепаха повернулась перед этим сейчас направо у меня. Повернулась у меня направо. Значит, направо черепаха, направо на 120 градусов. Yes. Запускаем еще раз движение снежно. Ну, как видите, она намного быстрее это сделала. Давайте еще раз. И получаем снежинку Коха. Это фрактал, который называется снежинка Коха. Ну, он сейчас нарисован, естественно, с ограниченной глубиной. Да, то есть вот когда у меня длина там меньше 5 пикселов, она уже не отрисовывается дальше, да, фрактал он с бесконечным уровнем, да, фрактал это последовательность кривых, точнее предел последовательности кривых, да. Вот, ну у меня это одна из, как сказать, элемент этой последовательности кривая, являющаяся элементом последовательности кривых, пределом которой является снежинка Коха. Короче, ä, понятное дело, что я сейчас сделал этот go снова и поворот направо на 120 градусов, да. Впрочем, хотелось бы, наверное, сделать его еще раз, чтобы Черепашка встала в исходную позицию, да. Так вот, на самом деле хотелось бы использовать цикл for возникает вопрос неужели мне даже для цикла for обязательно нужно всегда обязательно нужно даже для цикла for делать рекорд ответ нет и вот как раз классно то что в питоне цикл for не является императивным классическим циклом дело в том что существует такая штука важная для функционального программирования как последовательности Понятно? Вот давайте разберемся, да, давайте итерируемые объекты, да, в скобках последовательности. А давайте я сделаю вот такое сейчас разбиение на четыре вида функций. На четыре вида функций. функции, которые, функции, которые получают число и возвращают число. Ну, то есть они а, вот в них пихнули одно число, и они выплюнули одно число. Да? Такие функции можно явно так и написать. f от x. Да? То есть был x, да, стал f от x. Да? Ну, f от x, который в итоге, собственно, равняется y. Все. Понятно? А что есть по-другому? Да, ну можно сказать так, подождите, а что если у функции несколько параметров, там не знаю, x, ну там не знаю, abc, да? Да не проблема. А что если у функции два значения, то есть вектор функция, вектор функция, у нее как бы y1, y2, да, ну в этом смысле как бы, давайте я их назову как бы, не знаю, ya, yb, да? Ну и здесь я тоже могу как бы обозначить x, a, xb, xc. Короче, а что если у меня этот x представляет из себя некий вектор значений? Ну, понятно, логика, да? Ответ, да, ну, да, не проблема. Ну, во-первых, это не проблема в том же самом Питоне, да? В Питоне можно описать функцию, которая, ну реально, она вектор, ну, в смысле, возвращает, ну, в Питоне, правильно сказать, кортеж значений, да? Но тем не менее, ой, эй, эй. Мышка вернись сюда, и я хочу писать. Ага, отлично. Функция, э, ну не знаю, calc. Давайте назову ее f. Она получает э, три параметра, a, b, c, и возвращает, соответственно, что она возвращает? Return. В качестве первого параметра она вернет a плюс b, в качестве второго b плюс c. А, вот так. Соответственно, что я скажу? x запятая y равно f от 1 запятая 2 запятая 3. Норм, норм. То есть еще раз в питоне функция может возвращать несколько значений, ну или, короче говоря, кортеж значений, да? Вектор значений вернуть из функции вообще не проблема. Поэтому, пожалуйста, вектор функция не проблема. Что я подразумеваю здесь по словам вектор функция? Ну, я подразумеваю то, что в аналитике вы подразумеваете, да? У вас, когда вы работаете с вектором в каком-то конкретном пространстве, когда вы описываете какую-то функцию многих переменных, которая имеет много значений, да, ну, в смысле, вектор значений, да, размерности могут быть разные. Но не в смысле понятия C. Не надо сейчас смешивать эти вещи. В этом случае длина этого количества параметров, она жестко фиксирована. То есть их. Или три или 5. Давайте опять же забудем о, о этих параметрах, значениях по умолчанию. Это не про то. Это не про то. Вот все равно договорились. Ну, либо 3. То есть, не знаю, пример какой-нибудь. Алгоритм Евклида, да, который вычисляет наибольший общий делитель. Да? А представьте себе, что у меня нод, как бы я делаю единую функцию, которая вычисляет и нод, и ног например, да, или обобщенный алгоритм Евклида, который вычисляет там еще и парочку коэффициентов, да, ну, хотя бы вот так вот, то есть норм, да, мы впихиваем его x и y, получаем результат, да? Это все равно типичная классическая функция, да, от конкретного ä, набора значений в конкретное значение. Ну, классический совсем вариант, вот, вот что я сотру этот, нот. вот. А теперь смотрите, а может ли быть по-другому? Да, может быть функция, которой мы даем одно значение, а она выплевывает нам ту, ту, ту. Она нам их вываливает, что называется, целую серию. И мы заранее даже не можем сказать, а сколько же будет этих значений. То есть, условно, мы ей дали 1х, а она нам y1, y2, y3, y4, y5. Ну и в какой-то момент все. Именно серию. Да, ну, наверное, правильнее было бы начать с y0, потому что все-таки в Питоне, в c ⁇ и вообще в большинстве языков индексирование начинается от нуля. Ну, по существу математическому, как бы, ну, с первого, да. Первый элемент имеет индекс 0. Ладно. Короче, смысл следующий. Может ли быть такая вот генеративная функция, да? Генератор. Генератор. А функция генератора, которая производящая, да, и еще раз, сколько именно этих y, оно, конечно, каким-то образом зависит от этого икса, да, ну, если, надеюсь, не от каких-то уж посторонних, случайных обстоятельств, да, то уж, по крайней мере, от вот этого икса. Вот, значит, и а, бывают, давайте пока не концентрируем, ну, на самом деле, вот когда я написал функцию, которая называлась у меня, а, написал функцию, которая у меня называлась, Эй, товарищ, покажи. Прогрессион, да? То она была похожа, она выплевывала последовательность значений. Ну, сейчас она их печатала, да? Но по существу она брала три значения, всегда она берет три значения. А кого длина будет вот, этого, вот этой последовательности? Да очень разная может быть длина у этой последовательности. Да даже ноль. Такое может быть. Да? Я могу сказать так, что результатом является как бы ну, список значений y1, y2, ну, давайте так, y0, y1, y2, ну и так далее. Да? И этот список может быть в том числе и пустым. Послушайте, теоретически бесконечным. Вопрос, где деньги, брат? Где деньги взять? Да? Я имею в виду не деньги, а оперативную память. Подождите, а как же, если этот как сказать, список бесконечный. Это же невозможно сохранить в памяти. Невозможно, если мы пытаемся, выплевывая эти Y, каждый раз запоминать их. Если я собираюсь возвращать вот этот вот итерируемый... Прошу прощения, поторопился. Ну вот этот вот контейнер, да, я вначале полностью должен его закончить все Y и только потом я их передаю соответственно заказчику да вот заказчик получил. оказывается не обязательно можно заставить программу работать в каскаде как на этом заводе Toyota да? конвейер конвейер ну, или как у Ford Ford же конвейер но в Toyota там еще дополнительно есть это вычисление по запросу вот в языках программирования в современных функциональных языках программирования и в питоне в частности он поддерживает функциональную парадигму используется в каком-то смысле логика завода тойота или то же самое что используется в методике про agile методике канбан вот когда вы начинаете какую-то деятельность только тогда когда на нее конкретно приходит запрос и вот ладно сейчас не будем углубляться но смысл еще раз следующий реально список нам создавать не надо. И последовательность, которая возникает, может быть даже бесконечной. Такое может быть. Если я запущу свою прогрессию и дам степ равно нулю, она не сломается, она не обидится, она начнет печатать. Только стартовое значение будет все время печататься и бесконечно. Ну, как бы зациклится, да? Проблема с зацикливанием, она есть и в императивных, и в функциональных языках программирования, и она связана как таковая с сложностью, как сказать, самого понятия алгоритм. Сейчас не будем выдаваться. То есть алгоритм, он по идее должен быть всегда конечен, но мы никогда не можем автоматически предсказать, закончится он или нет. Нужен человек, который проанализирует и скажет. Давайте посмотрим, а может ли быть по-другому. У меня есть некая функция, которая как некий аккумулятор. Мы ей берем и сразу суем целую последовательность. У меня много их сразу. Ну, надо сказать, что, конечно же, такая функция, да, она эм, должна все это дело как это, как грибы собрать, да, а потом выдать нам жульен, да. Ну, зря их тут игреками назвал, пожалуй, все-таки. Это входные, я входные более-менее называю иксами. x1, 2, 3. Ну, короче, какая-то последовательность, да? Ну, слушайте, давайте я ее в круглые скобочки возьму хотя бы, да, чтобы не было ощущения, что это список. Смысл в том, что я впихиваю последовательность. Сама последовательность как таковая, наверное, может быть названа какой-то буковкой. Но я не знаю, там А, или S от слова succession, да. Но смысл в том, что эта фигня, вот эта штуковина, как бы последовательность, да. Вот эта последовательность, она является особенным типом объекта, да. Ну, или, скажем так, этот объект, который должен... Последовательности могут быть разные. Ну, то есть, например, список это тоже последовательность. Строка это тоже вполне себе последовательность. Да. Они являются чем? их можно обрабатывать поэлементно. Ну давайте последний вид алгоритма я тоже покажу. Да, вот это это понятное дело. Они скорее такие статистические, да? Или можно их сказать таким словом? Есть такое слово редуктор. У автомобилей есть такая деталь редуктор, понижает скорость. У двигателей э, э, в робототехнике, по-моему, у шаговых, кажется. Или у сервопривода. У сервопривода, точно. У сервоприводов там есть редуктор на шестеренках, он понижает обороты. Вот. А редуктор в данном случае я называю тип этих функций, которые занимаются редуцированием. Или по-английски reduction. Понятно? То есть они понижают в этом смысле размерность, в том смысле, что они вот берут и... Оп. Или представьте себе, что у меня лежит последовательность яиц. Да, и я из этих яиц беру и омлет и вот у меня омлет в результате. Окей. Okay. Значит, омлет один. Да, омлет это конкретная переменная. Сюда, понятное дело, я, наверное, вам рассказывал, или вы можете поискать это и послушать про это где-то, или почитать. Есть такой тип алгоритмов, которые являются однопроходными, но на самом деле вот эти редуцирующие функции совершенно не обязательно являются однопроходными. Нет, редуцирующие, да, но статистические функции, которые вычисляют нечто одно на основании последовательности, они могут вычисляться медленно, с использованием дополнительной памяти. Такое бывает что им приходится запоминать все предыдущие числа, вычисляя следующее свое значение. Ну, такое бывает. Это неприятно, но возможно. Да? Они не обязательно являются однопроходными. Ну, просто классические, самые эффективные, это подсчет, сумма, произведение чисел. Поиск максимального числа, да, поиск местоположения максимума, а, да, хоть среднеарифметическое, хотя его на самом деле нужно сложнее, чуть-чуть искать, но тем не менее, есть некий набор стандартных условных статистик, да, там хоть среднеквадратическое отклонение, оно тоже, кстати, может быть вполне являться по сути. А, ну, она не совсем индуктивная функция. Есть такое понятие, их можно назвать индуктивные функции. Индуктивная функция это производящая функция, которая помогает организовать вот этот статистический подсчет и формализовать однопроходные функции. Короче, забейте. Есть такая штука, собственно, как, по сути, поэлементное применение да, функции обработки последовательности. Да. Была последовательность, стала последовательность да? Самый простой вариант этого выглядит так. Вот у меня была последовательность x1, x2, x3 и так далее. Я их прогоняю через какую-то конкретную функцию, например, вон ту, да? И получаю, соответственно, что? Ну, f от x1, f от x2, f от x3. Сколько было элементов, столько стало, да? по сути, это как бы функция f, примененная просто многократно к последовательности, да? Комбо. Есть языки программирования, в которых такое применение функции является вообще нормой. То есть вы описали функцию f, запихнули в нее обычное од одно число, да? Одно число. Она посчитала для одного числа значения. Запихнули в нее объект, который хранит тысячу чисел. Она вам выплюнула вот такую вот хрень на тысячу результатов. По-моему, хаскель собственно, вот этим балуется. Ну, смысл следующий, да, что в Питоне есть два, как минимум, механизма осуществления вот этого действия. Как минимум два. И они очень легки удобные, красивые. Оба. Просто к одному из них надо привыкнуть, а второй применяется эм, настолько, что вот... Вы в каком-то смысле можете не заметить того, что тут особо что-то применяется. Так, товарищи, возвращаемся в, прог в программирование. Значит, что мы делаем? Я хочу описать какую-нибудь простую функцию. А у меня функция f не сохранилась случайно. А, нет, она сразу от многих параметров. Давайте перепишем функцию f. Значит, f от э, x, которая будет. Давайте умножать его на 10. Чем-нибудь примитивное. Окей. А теперь смотрите. Я хочу какую-нибудь. Как мне впихнуть туда последовательность? Ну как мне впихнуть последовательность? Для этого нужно иметь объект последовательности. Ну, слушайте, давайте для начала, пускай у меня будет список. Да? Список тоже себе вполне сгодится, да. Я не могу запустить. Я могу запустить f от конкретного числа, да, но я не могу запустить f э, функцию f от последовательности, да. Питон. Могу, но он сделал совсем не то. Он повторил список действий. раз, совсем не то, что -то надо. Просто операция умножения срабатывает для списков, к сожалению, но это ошибка. А как же мне применить функцию, собственно, к, а, к ну как бы к ну, ну я вам наверное показывал такую штуку как распаковка контейнера, ну и это не то. Потому что, по сути, я говорю, возьми всю эту последовательность в качестве вектора, вектора значений. Подождите, но у меня функция f потребляет одно значение. Как я и пытаюсь все четыре впихнуть как вектор? Это не вектор функции, это функция от скаляра. Значит, питон не хаскель. Питону придется как-то это объяснять. Да? Давайте это сделаем. Самый естественный способ сделать это, это вот так. Давайте еще раз. А, это у меня вот такой список. Да? Функция f она у меня описана выше, а, вот она. Я хочу сделать, ну я не могу изменять, а забыли массивов как бы не существует. Давайте верить. А ну, на самом деле я могу это, я, я в Питоне же есть специальный, собственно, тип, который называется кортеж. Кортежи как раз неизменяемые. Я туда не могу впихнуть ничего. Он говорит, тапл да, не это самое. И так у меня есть кортеж. Я изготавливаю новый кортеж, назову его буковкой Б. И хочу сделать как бы вот так, да? Но я скажу так, подождите. Я хочу сделать, круглая скобочка, я хочу f от x вычислить для каждого x из, ой, забыли, у меня уже автоматом range печатается, из a. f от x for x in a. ба Оу! What the... <къем> Что за фигня? Генератор объект. Товарищ, я вам скажу страшное. Последовательность f от x еще не вычислена. Я заготовил, заготовил некий объект, давайте назовем его буковкой G, который присобачился к списку А, который я ему всунул. Ну ладно, я его назвал буквой Б. Давайте и тут назову его буквой Б. Я изготовил такой специфический объект, который прицепился к вот этому списку А и готов его потреблять. И он готов вычислять F от X1, как только я начну из него брать результаты. То есть, короче, представьте себе, что B и A... И, и, так называемые итерируемые объекты, которые, по сути, представляют из себя э, оформленные языком программирования последовательности чисел. Да? Так вот, что такое итерируемый объект? Это корова, которую можно доить. Дерг, 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 Или конвейер, с которого можно брать и брать и брать постепенно, да, поэлементно. И все эти объекты, естественно, ну, по идее, должны быть одинакового типа, иначе будет нехорошо. Ну, или там очень сильно сродных. Короче, смысл в том, в чем? Я сейчас э, должен подаить объект B. Как мне его подаить? На самом деле, способ есть очень простой, если я вам рассказывал про развертку элементов звездочка B. Ну, print это функция, которая умеет работать со списками. Да, ей можно впихивать в списки параметров, она произвольное количество параметров сожрет. Вот. Но э, я могу сделать проще. Любой итерируемый объект, я школьникам именно так говорю, что такое итерируемый объект? Ну, это объект, который можно доить в том смысле, что по нему можно бежать при помощи цикла for. Давайте я только сделаю for y, потому что я там на доске это y назывался у меня, да. For y in b, print, соответственно, эм, ну, слушайте, просто пусть он печатает их и все. А теперь смотрите, давайте я покажу момент, когда происходит вычисление я поменяю функцию, сделав ее нечистой. Давайте пусть моя функция, перед тем, как возвращать вот это значение, перед тем, как возвращать вот это значение, моя функция возьмет и напечатает на calculating, или давайте как сказать, обрабатываю. Ой, что-то я... Ладно, Калькулирую, давайте я сделаю это f-строкой. Mm. Калькулирую, соответственно, соответственно, чего? x умноженное на 10. Функциональная строка, она вот такие фигурные штучки подставит туда значение локальной переменной. Ну и, соответственно, мне этот принт будет распечатывать, что он будет распечатывать ну, в момент, который находится прямо рядом с вот этим вычислением. Я делаю функцию, которая гряз грязная, она имеет паразитный э, в кавычках, она имеет побочный эффект. Она печатает на экране в момент, когда вычисляет. И за счет этого я смогу увидеть, когда происходят вычисления. А теперь давайте еще раз: я сделаю некий объект, который я. Ну, сейчас это будет кортеж. 1, 2, 3, 4, 5. Ш -ш 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 хватит, хватит с меня я еще раз его изготовлю и делаю объект B на основе объекта А при помощи вот этого поэлементного применения f от x для x в A. Никакого рейнджа, просто для x в A. Вау, кто такой B? Генератор. Да? Давайте попробуем его подергать. For x in... Uh, прошу, автоматом уже... Uh, я договорился, что я буду y писать. For y in b. И что я скажу? Распечатай ко мне y. Распечатай ко мне y. Мне интересно, что там в y валяется. Теперь смотрите. Toyota. <с purpose> Посмотрите. То есть фишка в том, что у меня происходят, товарищи мои, отложенные вычисления. Я только, как что называется, настропалился, я заготовил этот вот, как сказать, что b будет равняться f от x для x в а. Но реально я это не вычислял. И только когда я захотел доить b, говорю, дай мне очередно, дай мне своего y. Он мне взял, вычислил и вернул. Дай мне еще одного. Он взял, вычислил и вернул очередного. Пока они не кончились. Усекли? Короче, существует очень простой способ номер один. Да, использование генераторов. Есть еще один способ, который входит вот прям в стандартную... Он не в, не в стандартную библиотеку, он просто валяется прям вот... Как это рядышком, потому что довольно часто используется. Это функция map. Это функция map. Map прикольный тем, что в нем мы можем какую-то не, не вписывать выражение сюда, да, а ну какую-то там функцию вписать. На самом деле мы обязаны туда вписать какую-то функцию, но он будет делать следующее. Map это, ну, скорее, функтор. Или, можно сказать, функция высшего порядка, потому что у меня сейчас, о oh, боже мой, внутрь функции map придется совать функцию. Как это будет выглядеть? Смотрите, представьте себе, что у меня <laughs> такая специфичная ну, функция вот из вот этого типа функций, из обычных, да, то есть условно обычная функция, да, обычная. В которой у меня фиксированный набор параметров разных типов и какое-то там одно значение, ну опять же вектор, может быть вектор значения. Да? Вот давайте я сейчас вот опишу здесь, как работает функция map. Ладно, у map, это, -а map нельзя все-таки в обычные, но я могу изготовить и обычную функцию такую. Смотрите, я ей даю x, а еще я ей, давайте я назову эту функцию g, а еще я ей даю f, а она мне возвращает функцию значения, который y возвращает. Но она, вычисляя этот y, применила эту функцию. Ну, что из такого прикольного мы можем сделать? Математически прикольного. Например, применила эту функцию два раза. Да? То есть мы ей дали молоток. Мы говорим. Вот тебе, товарищ, молоток. Да? Вот тебе, товарищ Подкова. А, вот тебе, товарищ Подкова. Да? Вот. Действуй. Вызываем функцию, даем ей функцию. Товарищи, это очень классно. Господа. Товарищи. Ученики. Значит, а это знаете, что напоминает? Как когда мы можем дать функцию в качестве объекта Функция в качестве объекта, говорят еще функция первого рода, объект первого рода. Функциональные языки обязательно должны иметь функции как объекты первого рода. И тогда мы можем всунуть эту функцию в качестве параметра. О, ужас! А неужели что, мы можем сделать даже последовательность функций? Да. Даже последовательность функций. И э, у нас результатом может быть функция. То есть у нас может в результате вычислений появиться новая функция, которую можно вернуть. То есть я, реально, да, у меня может быть э, изготовитель повторных применений функций, который возвращает функции, объекты функций, которые потом можно запускать. Объясню. Это очень классно. А, вы исполня вы знаете, что такое вычислительный процесс? Вот мы когда программируем и запускаем программу, возникает вычислительный процесс. Ну или просто говорят процесс. Ну процесс менеджер, да, этот вот task менеджер, да, он таски. А что такое таски? Задание, да. А что такое это по сути? Вычислительные процессы. Вычислительный процесс или просто процесс? Он находится на исполнении, то есть у него есть э, память, открыты файлы какие-нибудь, потоки ввода-вывода, э, у него есть процессорное время, которое он регулярно получает, да, для того, чтобы выполнять и действовать. Да? Но вычислительный процесс в системе возникает из исполняемого файла. Его надо вначале подгрузить с жесткого диска. Так вот, до поры до времени с этим файлом можно обращаться как с... Ну как с данными? Ну в него можно влезть, поковырять, исправить, открыть текстовым редактором. Да? Если вирусное программное обеспечение получило доступ, то оно может наколбасить своего зловредного кода. Да? То есть исполняемый файл является данными. Вот точно так же и функция, когда она еще не запущенный объект, она как значение переменной. Ее можно, что называется, прис... ну, у нас нет присваивания, да, но ее можно передать в качестве параметра, ей можно дать новое имя, назвать функцию f функцией фу, да, пожалуйста. В чем проблема? В питоне так можно. Ну, просто у меня будет две ссылки на одну и ту же функцию. Ну, еще раз, послушайте, да? Давайте я для начала изготовлю вот такую штуковину, а потом вам станет понятнее, как работает мэп. Потому что мэп, он, он все-таки еще и с последовательностью работает. То есть мы ему даем один параметр, это функция, а второй параметр, это последовательность. Итак, давайте эм, шуранем. Что я хочу? Я сейчас хочу взять и, э, товарищи, создать функцию, э, ну, не, не, не знаю, double, double function, double, э, не, не знаю, double perform, double performer. Соответственно, он получает x -а и функцию f. А давайте наоборот, функцию f и x. -а. Да? И что он сделает? Он вернет мне применение функции f к применению функции f от x. -а. То есть, по сути, он запустил... Ну, что это значит? Ну, я могу это выполнить в не функ... ну как сказать. Ай-яй-яй-яй. В менее таком функциональном стиле я могу написать. Да? То есть я могу вначале вычислить f от x. Да, это, положить это во временное значение да, и потом соответственно вычислить результат э, результирующее значение как э, f от tmp да? ну зачем мне нужно это самое tmp если он мне реально не нужен да? а зачем мне нужна переменная результат если она мне ну переменная константа результат если она мне все равно не нужна я сразу буду возвращать f от f от x. Да? И это просто означает то, что означает. Да? Вычислить значение f от значения, которое вернет f от x. Итак, да? что я сделаю? Давайте опишем какую-нибудь функцию. А у меня была функция, да, f. Она что делала? Она домножала на 10. Ну, она там заодно грязная сейчас, да. Давайте я сделаю функцию f от x, которая возвращает x умноженное на 10. Кстати, да. Вот это то, что я сейчас написал, это, конечно, не ком льфо Не так, как должно. Да. Но в принципе так можно. Для функции однострочников так можно. Но P8, конечно, вам не протестует. А, Но ну, тем не менее, ладно, я сделал функцию так, чтобы она сейчас была снова чистой. Я ту же самую функцию описал, она домножает на 10. Ладно. А теперь я использую Double Performer и сую ему в качестве функции свою конкретную функцию f и какое-то конкретное значение. Ну, давайте там 5. Вау! А теперь смотрите. Вы думаете, что я... Ну, давайте так. Цикл for является на самом деле законным списочным этим самым циклом. Ну, то есть он просто пробегает по элементам. Цикл for не противоречит. Цикл for списочного типа не противоречит функциональному, функциональной парадигме. Я сейчас его буду пользоваться, просто сказал, нет циклов, нет цикла while. А списочный цикл for, который позволяет по элементам набрать последовательность, ну, годится сюда. Так, так что я хочу сейчас сделать? Смотрите, я хочу описать еще одну функцию. Давайте, f2 от x, которая будет возвращать x умноженный на x возведенный в квадрат. Давайте опишем функцию f3 от x, которая возвращает э, минус x. Я специально делаю функции, которые... Она делает его негативным, да? Я специально делаю функции, которые неравномерны, не, не, не нетипичны, а прямо проразные. Это функции, которые проразны. Чем они едины? Да, да, давайте я назову функцию f, назову буковкой f1. Ну, это альтернативный идентификатор. То есть я теперь могу при помощи f1 дергать свою функцию f. Просто я создал альтернативный идентификатор. Товарищи, а теперь смотрите. Я запускаю цикл for. For f in f1, f2, f3. Double performer. Двойной выполнитель. И даю туда а конкретного иксаду и пятерочку. Давайте посмотрим, что получится. А, да, прошу прощения, его, наверное, надо было бы печатать. F запятая пять, прошу прощения, да, F за 5 Но его все равно надо бы печатать. То есть это значение, оно автоматом сейчас на экране не появится. Давайте я скажу Y равно double performer. Print Y. Что мы имеем? У нас список функций. Да, и я организовал при помощи цикла что Он дергает очередную функцию, применяет ее к тому же самому, ксу дергает, применяет, дергает, применяет. Окей. Так, ну что же, значит, это я вам показал, что в принципе вот эти вот функции, такие функторы, которые потребляют функцию в качестве этого а, некоего молотка, да, они существуют. Они существуют, никаких проблем нет. Функция, которая возвращает функцию, слушайте, сейчас давайте пока приостановимся. Давайте map покажу, потому что это прикольно. Итак, map. Я делаю, использую map для какого-то итерируемого объекта. У меня как раз есть а. Да, давайте от этого а сейчас это самое попробуем на него наложить map. Давайте я c сделаю на основе а при помощи map. Я применю какую-то конкретную функцию, одну, например, f, ко всем элементам а. Видите, func запятая iterables. На самом деле, если моя функция потребляет несколько значений, то тут может, тоже можно кое-что сделать. Ладно, смысл следующий, смотрите. Я говорю, оп, заглотнул. Я говорю, подожди, map, что ты вычислил? Кто такой c? Ну, c ведь это ее результат. Map это функция, которая уже выполнилась. Она уже выполнилась, все. Хм, она вернула мне какой-то объект класса map. Что он делает? Ну давайте. Ну, его принтануть можно его. Да, что-то он нехорошо принт, Ну, не, не, не печатает содержимого. Ну давайте его подоим. Да. For y in c. Print Y. Слушайте, на самом деле мог бы print звездочка C дергать. Ну, давайте я так. Ой. Что произошло? Он у меня применил функцию f. А почему у меня функция f? Подождите. А что у меня? Почему функция f стала равна f3? Где я переписал функцию f еще раз? Примерно, примерно так называлось и осталось. Еще раз? Вот переменная в циклифор for у нас была f, она, наверное, сохранила значение последнего F3. А где же я ее f назвал? А, точно, к сожалению, да, 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 абсолютно верно. Да, да, переменная в цикле for осталась равняться последнему Я стер свою функцию. Она теперь не стер, она теперь существует только под именем f1. Ладно. Короче, значит, мэп что делает? Мэп создает, по сути, ну, просто другим способом, как вот тот генератор. Я генераторы больше люблю, чем функцию map, если честно. Просто так сложилось, я их больше люблю. Есть одна причина, почему я их больше люблю. Потому что в генераторе есть дополнительные... Да, я хотел вот здесь вначале написать. Есть возможность осуществлять фильтрацию. Дело в том, что если у меня есть некая последовательность, да, я могу запустить свою функцию, которая получает эту последовательность, как фейс-контроль. То есть я ставлю вот сюда, что называется, рамку, ставлю сюда товарища майора, да, который спрашивает, ты <laughs> это самое, ну, фонарик в небо поднимал, да, говоришь, я поднимал, говоришь, ты тогда в автозак. <laughs> не поднимал, ну проходи мило, мы тебя не игнорируем, да? Ну условно, да, какой-то признак. X1, x4, то есть не всех, но некий признак. Да? Ну, в данном случае это все-таки не на глазок, а должен быть конкретный признак, да? то есть некая condition. Да? Condition от x -а должен быть, ну, я сейчас это пишу так, ну, некое выражение логическое, которое четко либо правда, либо ложь. И, соответственно, у меня сюда будут попадать только отфильтрованные. Ну, этот алгоритм называется, собственно, фильтр, да, фильтрация. Да? То есть это фильтр. Для этого существует специальный вот такой функтор, который называется фильтр, и он ровно этим и занимается. То есть есть Reduce, который вот такого типа, да, есть фильтр, который для вот этого предназначен, да, но на самом деле генератор, он умеет заниматься и мэпом, и фильтерингом одновременно. Давайте я вам это покажу. Значит, смотрите. Вот у меня есть некий объект. Давайте я туда напихаю что-нибудь побольше. На самом деле, кстати, я вполне в качестве вот этого итерируемого объекта могу пользоваться Range. Почему нет? А что такое Range вообще? Range, ты кто такой? Я Range. Подожди. А как? То есть Range это не список, Range это не массив, это не... Range это объект. Вы знаете, вот если я сейчас попытаюсь создать список, содержащий триллион чисел, мой компьютер заглючит, потому что не хватит памяти хранить эти триллион чисел. А вот range я могу... Вот такой. И он создал его вот так вот. Почему? Да потому что арифметическую прогрессию не надо хранить в памяти. Если я хочу достать какой-то там вот номер, да, ну а он у меня сейчас будет совпадать с, с индексом, то он его вычисляет ровно в момент, когда я его запрашиваю, да. То есть э, надо понимать, что у меня range это не список, range это некий ну, объект, арифметическая прогрессия, который вычисляет числа ровно в тот момент, когда попросил, он его взял и выплюнул. Понимаете, да? То есть обращение к А с квадратными скобками в данном случае означает выполнение неких действий объектом А. Да? А это не просто взять из памяти. Нет. Это и вам не C. Ладно. Ну, впрочем, в C++ там же вектор и ты, это же тоже вычисление, да, когда вектор или любой там map и ты. Там, какой, ну, ладно, короче, не суть. Смысл следующий. Я сейчас рейнджем э хочу воспользоваться, только не таким страшным, давайте, чтобы у меня не зациклилась программа, давайте десяточки мне хватит. Ну, двадцаточки, в крайнем случае. Даже не знаю. Давайте я не буду переусердствовать, что, чтобы экран не переполнялся. Рендж можно доить при помощи циклофор и любыми другими, соответственно, функциональными способами, да, как итерируемыми механизмами. Значит, что я запущу сейчас? Я не хочу for. Я хочу изготовить список, список, не список, генератор B на основе А. Каким образом? Я скажу ему, давай-ка я от тебя буду брать иксы, просто тупо иксы, for x in a. Ну, понятно, что он не изготовит. Он не изготовит полную копию. Ну, то есть он будет, как сказать, проходи мимо без обработки и пропускаю всех. А теперь смотрите, я добавляю сюда, говорю, если, если x что? Ну, а дальше говорю, ну, там, не знаю, делится на 2. То есть остаток по модулю 2 равен нулю. О, Тогда он у меня пропустит только четных. То есть, это не, это не в смысле по номеру четных, а четных по значению. Я, ой, I'm sorry, присваивание нельзя, надо равно-равно, сравнение, это же логическое высказывание должно быть. Он сглотнул. Опять же, не надо ожидать, что B можно распечатать. Распечатать B, конечно, можно, только он напишет, что это просто генератор объекта, лежащий вон там-там. Короче. Смысл в том, что его надо, как я уже говорил, доить. Но давайте я лучше сделаю сейчас так. Я сделаю развертку внутрь функции print, которая умеет работать как раз со, с произвольным количеством параметров. Вау! Видите, да? А теперь смотрите фишка генератора еще и в том, что почему бы мне не написать его здесь прямо на месте. А и еще, а почему мне эти иксы, например, не возводить в квадрат или не применить к ним какую-то функцию? Давайте x в квадрат, x умноженное на x, for x in a, и только если x по модулю 2, а давайте в этот раз равняется единички, остаток равняется, ну, другие, от 1 до 9 пробежимся. Ну, что можно сказать? Что, конечно же, здесь можно пере, как сказать, переусложнить вот эту конструкцию, и она может оказаться уже нечитабельной. Но сам факт очень часто, наоборот, вот эта конструкция является вполне понятной. Вопрос. Ну, получается, что я могу э, вот функцию. Чем хорош генератор? Еще то, что мы функцию записываем явным выражением вот здесь. Подождите, а можно ли вот так вот с мэпом? Ну, мэп, да, звездочка мэп, значит, чего-нибудь возникает вопрос: подождите, а как мне впихнуть вот сюда x квадрат? Ведь у меня переменный x вообще не существует. Да? X это у меня там, ну просто в генераторе X пробегает по А для. Ну, понятно, да? И я вот так вот сделать, к сожалению, не могу. Он мне скажет, а, подождите, подождите, это что? Чи число не является вызывабельным, да, то есть число, вы мне сунули сюда конкретно, ну ладно, x там у меня сейчас был, да, x там чему-то конкретному равен, но, но, в любом случае число нельзя вызывать. Число это не функция, говорит, подождите, как вы собрались мне в качестве исполняемого файла, ну, в кавычках, да, функции, объекта функции, функционального объекта, вы собираетесь мне совать просто число, его нельзя, а так. Я говорю, подожди, но я хочу тебе функцию сюда впихнуть. Он говорит, ну пожалуйста, описывай функцию. Потом будешь ей пользоваться f1, f2, f3. Подождите, я хочу так, чтобы вот функцию, она маленькая, она коротенькая, я хочу ее написать прямо сюда. Just here. I want to place function just here That to this parameter. Как мне ее сделать здесь на месте? Да, и еще. Она мне как временный объект больше не понадобится. Понадобится, я ее заново напишу. И для этого существуют безымянные функции. Их еще называют словом лямбда-функции от греческой вот этой буковки лямбда читается как буква л, л. лямбда лямбда функция это просто безымян да не надо думать что это про лямбда исчисление лямбда функция это всего лишь безымянная функция описанная прямо тут вот прямо вот здесь и все как описывать лямбда функции вот есть вообще лямбда функции нужны обычно именно тогда когда в, в языке возникает возможность передавать функцию в качестве параметра или возвращать в качестве значения. Итак, я делаю лямбда-функцию, которой она безымянная, но она с параметром. Параметр ей нужен, да. И мне нужно описать, что она возвращает. Слово return писать не надо. x умноженное на x. То есть вот эта штуковина, вот эта вот штуковина, она по сути делает то же самое, что def f от x return x умножить на x. Только после этого не будет оставаться никакого лишнего идентификатора f. Эта функция она будет забыта, ну то есть она будет передана куда надо и а дальше не, не сохранена. Просто здесь just in place взял и впихнул. Да это даже короче, чем написать def f от x return не надо return просто лямбда х x, двоеточие х умножить на х. Это не обязательно, но так можно. Да? То есть вот запомните, лямбда функции ничего страшного себе не представляет, это просто описание функции just in place. Да? Ну и тогда я могу пользоваться мэпом для там, разных вещей, там, не знаю, x а, умножить на 10 плюс x. Ну, поскольку у меня x это циферка, то по сути будет такое, удваивание циферки, кроме нуля. Так, товарищи, э, что я вам рассказал? Я рассказал вам про генераторы, про э, итерируемые объекты. Э, на самом деле, можно много. То есть я очень много чего не рассказал. Вот, но, наверное, мне стоит сейчас себя чуть-чуть ограничить. То есть, вот, базовое вот это вот такое введение в функциональщину я совершил над вами. Нам надо обратиться к материалам нам надо бы обратиться к материалам, которые сделала Светлана Медведева, и пробежаться по ее ноутбуку, что она заготовила в качестве разговора про функциональное программирование. Еще раз я объясню. Как вы понимаете, вот мы пожили в этом мире. Вот я сказал, мы сейчас окунемся в этот мир и поживем в нем. Как вы понимаете, я рассказал вам далеко не все. Невозможно в один урок, да, в одну лекцию, вот так вот рассказать все функциональное программирование. Но я надеюсь, что у вас появилось ощущение такой мощи, которая стоит за ним, непривычных возможностей, которые раньше мы ну, не использовали. Я там, В первом семестре я об этом, естественно, молчал и не рассказывал. Ну, нет, у меня иногда там просачивается что-то там самое вкусненькое, генератор я очень люблю, мог рассказать. Рассказывал, по-моему. Вот. И еще раз, питон является так называемым мультипарадигменным языком. Он не бьет меня по рукам, когда я возьму и изменю э, ссылку, да, и x начнет значит что-то новое. С точки зрения чистых функциональных языков, с точки зрения вот этой парадигмы, этого, а что такое парадигма, да, это подход к программированию, да. То есть еще раз смотрите, язык может какой-то подход либо позволять, либо не позволять. Да? Вот есть чистый Си. В чистый Си не поддерживает функциональную парадигму, он императивный. Но э, какие-то элементы просачиваются даже туда. Ну, сама возможность написать длинное высказывание и не задумываться о, не задумываться о порядке вычислений внутри этого высказывания, она на самом деле... Важна и компиляторы этим пользуются для ускорения вычислений последующих. Вот. Но он не поддерживает эту парадигму. Мы можем в чистом C передавать функцию как указатель на функцию. Да, можно возвращать функцию. Но генерировать новую функцию прямо в момент выполнения программы, как это называется, just-in-time компиляция, да, как бы, да как-то нет, да, что-то вот не совсем, значит, а в, а в питоне можно, например, да, и в функциональных языках программирования, вот функции, они могут, что называется, создаваться, да? то есть, как это, можно производить инструменты производства, да, функция является вот инструментом. Да? Так вот инструменты можно изготавливать. Вот это одна из фишек функционального программирования и легкость вот эта легкость работы с и, итерируемыми объектами, с последовательностями, она тоже убивает, потрясает просто, да. Ну и перекос в сторону рекурсия вместо цикла while надо, пожалуйста, делай рекурсию. Но как видите, функциональное программирование и к рекурсии не сводится. Ладно, доску есть. Пора открывать нам. Пора нам открывать, собственно, материалы. Открывать Юпитер ноутбук. И материалы от Светланы. Итак, значит, наш, э, так, это был не то, наш э, урок номер два, соответственно, содержится вот здесь: less 2, iPy and be, ноутбук. Итак, значит, мы делаем сейчас, сейчас меня надо поменьше сделать, функциональное программирование, так, эй, kernel sessions, kernel sessions, да, этот не нужен, ну ладно, не буду сейчас ничего трогать, значит, просто свернем и все. Итерируемый объект, слушайте, я много чего рассказал, я сейчас быстренько побегу, да, рассказывал много чего, значит, Здесь используется именно список. На самом деле совершенно не обязательно списки. Ну, слушайте, списки в первом семестре у вас, в принципе, были. Я надеюсь, что как бы, они довольно естественно работают. Я срезы тоже, я не буду разговаривать. Про срезы почитайте здесь. Это довольно типичная штука. Срезы посмотрите. Здесь удаление. Ну, в этом смысле, это, еще раз говорю, это не вполне функциональные фишки она здесь прописала. Сравнение списки можно сравнивать, а, значит, интересно, ну на сравнение вот такое я знаю, но вот такое я знаю, что такое, а больше бы не знаю, если честно. При удалении списка его пустошен объект кэшируется и используется в последующем для создания нового списка. Ну это не так важно, ну как сказать, опустошенный объект кэшируется, ну это мелочи сейчас. То есть, в принципе, что называется, можно попасться на тот же самый список удаленный. Опять же, это сейчас не столько про но сколько про списки, строки, кортежи. Это все частные случаи, таплы, да, и кортежи, ну или их можно их просто через круглые скобочки, через запятую, или даже без круглых скобочек, это все равно будет именно тапл, кортеж. Значит, сравнение, что такое больше-меньше. А, оно идет по принципу от первого элемента к последнему. Соответственно, можно это дело повыполнять да, и посмотреть на результаты. Ну, чем хорош Python ноутбук? Это не просто презентажка, да? а это презентажка, которая может быть в любой момент запущена. Давайте я себя обратно увеличу, и, оказывается, не так важно меня сильно уменьшать. Понятно? То есть это в этом смысле прикольно. И вот я по шагам сейчас топаю и смотрю. Ага, А больше Е. E. Так, внимательно смотрим. А Е, e, да? А это 321, Е e, 32. Да? Ну, кстати, А и F лучше не сравнивать друг с другом, да? Uh, false for Python 2. ну, Лучше Python 2 не пользоваться, пользуйтесь Python 3. Значит, в данном случае он пишет not supported, это строки нельзя сравнивать. Ладно. Что еще у нас? Uh, два пустых списка, А из B true. Ну, то есть... Два прощения, пустых кортежа это по сути и есть один объект оператор из это оператор именно идентичности их идентификаторы соответствуют друг другу словари товарищи ну опять же словари хорошо напомнить про это дело хорошо напомнить про это дело конечно же словари это что такое это хэш-таблица завернутая уже в питоне в готовый красивый объект в ней ключам соответствуют значения. Причем у меня ключи могут быть разных типов даже. В питоне можно. Лишь бы они были хэ 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 хэшибл. Да? И лишь бы можно было вычислить хэш-функцию от них. Вот. А, а, а значения могут быть изменяемыми типами, но значения не могут быть а а но ключи не могут быть изменяемыми. Так, что еще? Словарь из итерирующегося объекта. О, вот про ZIP я вам не рассказал. На самом деле много функций я вам классных не рассказал. Но ZIP это красивая штука, которую легко понять. Давайте я ее сейчас здесь сделаю. Допустим, у меня есть А. а, -а, -а прошу прощения. Но давайте я сделаю А конкретным списочком, да. И еще я сейчас. Um, сделаю сейчас B именно кортежем. А кортеж буду делать на основе итерируемого объекта. Кстати, ä, <свист> конструктор как списка, так и кортежа. Эти конструкторы умеют кушать итерируемые объекты в качестве параметра. Они просто смотрят о, да мне итерируемый объект дали. Ну-ка дай. Понятно. Они его, собственно, и ждут. Поэтому давайте я скажу, это будет, собственно, у меня значение x for, ä, умноженное на 10. For x, прошу прощения, без плюса, in a. То есть я сейчас сюда вставил генератор, и ä, конструктор tuple немедленно им воспользуется. Поэтому b это у меня готовый уже вычисленный кортеж. Да, то есть у меня есть исходный, есть вычисленный. А теперь смотрите, у меня два списка, не списка, кортежа. Два итерируемых объекта одинаковой длины. И сейчас я сделаю вот такое замечательное действие. Смотрите. Я их состегну, как змейка состегивается у куртки. Да? Только у змейки там звено не, не попадает в звено, да? они идут последовательно один за другим. А здесь нет. Именно это будут штуковины присобаченные один к другому. На самом деле есть способ это сделать, но я сейчас хочу, ну, можно изготовить, как это называется, генератор, ген, точнее, не генератор, изготовить такую змейку заранее, да. Для этого я просто состегну А и Б. Да? Подожди, С, ты какого типа, ты кто? А я змейка. Я зип. А ну-ка, дай-ка я по тебе побегу. For A in C. И кто там у тебя валяется? Кто такой у тебя? Ну, давайте разберемся, кто это такой, этот А? А как мне разобраться? Ну, там ли мне что? Либо печатать их, мне же придется, да, type А. А маленькая, да. Он сделает, естественно, столько раз, сколько там написано, да. Значит, но единственное, что дело в том, что у меня вот этот вот С, да, он больше у меня его как бы и нету. Next. Сейчас, прошу прощения, мне нужно вначале сделать Итератор. Все, Стоп iteration На самом деле не обязательно пользоваться циклом for Существует механизм, как я могу доить Что называется, не доильным аппаратом, а руками Тынц Потом в какой-то момент раз, следующий Это механизм через iter и next Как видите, у меня сейчас а, невозможно взять следующий Потому что у меня Стоп iteration, sorry so, Объект c уже опустошен Его уже подоили, корова пустая надо заново сделать змейку. Ну, объект никуда не делся. Но он одноразовый. Понимаете, он одноразовый. Потому что он делал эти вычисления на лету. Да, исходные объекты, они у меня помнят все свои числа. Они как раз э, зарезервировали память, все объекты помнят. Но я хочу. А, именно, что называется, я деле я, смысл функциональщины еще и в том, что многие вычисления переводятся в вычисления легкие, не тяжелые по памяти, вычисления на лету. Ну, вот змейка, она поддерживает это вычисление на лету, соответственно, вместо а и б я могу совать а, любые а, генерирующие объекты, которые генерируют нечто прямо вот в момент, как, только тогда, когда мы об этом попросим. Что я хочу сделать? For x in c... А, фор, прошу прощения. А и С. Как видите, то, что там валялось, это кортежики. То есть он делает кортежики. Он состегивает A и объекты А и Б в кортежики. Так, вернись сюда. For. Давайте, не знаю, назову это Т. Ну, тапл Т. For T и C. На самом деле я мог и состегнуть и зипануть их прямо вот здесь. Никто мне мешает. Но я уже сделал его, воспользуюсь им. И что я сейчас сделаю? Я скажу, а давайте распакуем эти кортежики. А запятая Б равно Т. Ну, это способ. Да, это способ. Ой, I'm sorry, надо было их печатать. На самом деле можно было сами Т-шечки печатать. Опять я забыл, что c у меня закончилось. Слушайте, мне уже задолбало. Давайте зипанем его прямо тут. Не буду создавать объект c, а буду их это самое. Слушайте, а зачем я их вот так распаковывать? Давайте принтовать сам Т. Ну, принтовать t, это, конечно, хорошо. А что, если я хочу здесь складывать Т нулевой плюс Т первый? Ну, с кортежики там можно, но выглядит некрасиво. Да? На самом деле цикл for позволяет сразу распаковывать. Я могу бежать сразу парой переменных по списку кортежей. Ну, если я знаю, что каждый элемент этого вот списочка, который получится в результате, ну, списочка, это я говорю, итерируемого объекта, можно распаковывать. Тогда у меня все будет, смотрите, выглядеть как красиво. А, Б. принта принт А, Б, да. А плюс Б, например, да. Ну, давайте А, Б, А плюс Б. та -дам! Круто? Нравится? А, кстати, вы, может быть, знаете, что... А, наверное, не знаете. Есть такая штука enumerate. Пронумеровать кого-нибудь. Пронумеровать кого-нибудь. Давайте пронумеруем слово hello. Ведь э, строки тоже являются у меня итерируемыми и объектами. Да? Но если я так сделаю, он скажет, я enumerate object. Ну, понятно, уже все понятно, его надо доить. А uh, еще, а что у меня оттуда возвращается? Товарищи оттуда возвращаются кортежи. Значит, возвращается что? Number, ну n или давайте i запятая uh, ну символ char i запятая char in enumerate hello print i запятая char то есть Enumerate возвращает нам, собственно, итерируемый объект, да, только он возвращает его, прицепляя к нему номерки. Пронумеровывает. Понятно, да? А теперь смотрите, давайте я распечатаю. Я, простите, вернулся в свою стихию и снова балуюсь. Распечатаю map, которому дам лямбда функцию которая потребляет два значения, и e и x, она делает что? Она xa, ну давайте c, она это c, повторяет и раз. Ну, я сейчас подразумеваю, что c это char. Давайте я напишу char, мне не лень. Но эта функция map должна получить итерируемый объект. Сейчас мы его ей дадим, сейчас мы его ей всунем. Какой? Пронумерованное слово hello. Товарищи, сейчас print распечатает поэлементно эм, примененную лямбда-функцию, которая повторяет и раз символ char, да, при этом map пробегает, применяет эту функцию к списку пронумерованных элементов слова hello. А, I'm very sorry. Лямда i запятая char. Что не... нужен One required positional argument. Мне не хватает, потому что мне нужно было enumerate распаковать, потому что функция map, она должна идти итерируемые объекты получать через запятую. Простите. Сейчас, секундочку, секундочку. Как так получилось? Он у меня распаковывает. А Сейчас, 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 сейчас. Сейчас, 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 К сожалению, у меня в данном случае не совсем удачно эта лямбда функция должна... Да, распаковка неудачно происходит. Как видите, сама отладка, да, она такая сложнее с точки зрения этой логики. Ну, короче, а нулевой, умножить на а 1 мне придется распаковывать сейчас вручную ну это в смысле того что <с <с h пронумеровалась один раз ноль раз прошу прощения да и один раз l 2 ну короче вы видите да то есть он реально вот это и сделал ладно я по-моему забаловался пора вернуться нам в юпитер лэп да и продолжить по материалам светлана о а том мы что-то мало сдвинулись и еще к дан к заданию не дошли генератор итаратора Внимательно смотрите на вот эту штуку. Итератор да, позволяет потом бежать. Очень похожа концепция на плюсовую. Очень похожа на плюсовую концепцию. Вот у меня есть нам лист. Но я могу по нему бежать вручную потихонечку. Брать next, и он мне именно от итератора. Ну, пожалуйста. Можно сделать свой собственный итератор. Вот спасибо Светлане, она про это сказала. Если вы хотите сделать собственный итератор, то его придется описывать как класс, в котором есть метод next. Понятно? Ладно. Ну, итератор может быть, ну, то, те итераторы, они, вот этот итер, этот итер для итерируемых объектов, автомат, ну, упрощенный автоматически на самом деле, вы можете сделать свой итератор, который просто умеет next, next, next отдавать значение. И не надо пользоваться тогда стандартным. Ладно. Нужно добавить еще метод iter, который возвращает сам итератор. То есть кроме next нужно еще iter, который возвращает self. Тогда можно будет нашим итератором пользоваться в цикле for. Сделали. И вот это итерируемый объект теперь, по которому можно бегать. А генератор это функция, которая, будучи вызванной функцией next, возвращает следующий объект согласно алгоритму работы. Генераторы это некий частный случай итерируемых объектов. Ну, я сейчас, I, может, я вас слегка запутал, но это реально вообще круто. Дело в том, что в питоне есть возможность написать функцию, которая… Товарищи, я уже стер. Функцию, которая… Вот, вот, помните, вот здесь вот были генераторы. Да? Ты ему сунул что-то, как семечко, э, а он тебе тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу. Так вот, в питоне есть встроенный удобный механизм создавать вот эти генерирующие функции. Для этого достаточно отказаться от слова return в пользу yield. А давайте вспомним. Там где-то далеко вверху, далеко вверху была функция. Функция, которую мы сегодня сделали первой, она называлась progression. Помните? Я ее рекуррентной делал. А, ой, слушайте, рекуррентный, э, рекур... это плохо. Давайте сделаем нерекуррентную функцию. <laughs> Слушайте, я даже сделаю ее с циклом while. def арифметикал um, Arithm ариф progression. Oh, извините, экран не видно. Простите. Спасибо, что сразу сказали. Вы опять же очень молодцы, что не это самое. Напоминайте. Так, эм, ариф... ну ладно, я может это самое. Навернул, короче, арифметическая прогрессия. Значит, короче, старт, стоп, степ. Ну, в императивном программировании, как мы это делаем, я закладываю какое-то переменное стартовое значение. Потом, пока я x не перешагнул за стоп, что я делаю? Я вначале, собственно, должен распечатать это значение, да, а потом x плюс равно степ. Ну, логично, да? А теперь внимание, я хочу вот эти x выплевывать прямо в процессе работы. Прямо вот тут. И еще, я вот здесь вот дополнительно скажу, да, что я калькулитинг, ну или давайте, now, он x равно x. Ну, я опять же, воспользуюсь функциональной строкой для того, чтобы красиво сюда вставить это значение. Ну, давайте, now working on. Ну, короче, я хочу, чтобы она была грязная и отладочно печатала в тот момент, когда занимается вычислениями. Да, она об этом печатала. Собственно, вычислять-то ничего не надо. Мне нужно тупо x возвращать. И я его, если я сделаю return, произойдет страшная. Функция сразу закончится. Она, о, вернет, о, тут одно число, мы его нашли. Это не то, что я хочу. Я хочу его. Yield. Простите, долго пишу. Y-I-E, yield. Я его как бы выплевываю, но, не, но функция не заканчивается. Такая функция не является функцией. Давайте я посмотрю, а кто такой вообще Rhythm Progression? Ты кто такой, товарищ? Я function, говорит он. Ну функция, функция, вроде как функция, да? А теперь смотрите, я хочу его запустить с конкретными значениями. Ну, например, от 1 до 10 с шагом 2. Ну, будет 1, 3, 5, 3, 7, 9. Да? Ну, я его запущу и скажет, я, я генератор. Подожди, товарищ. Прекрасно, что ты генератор. Но я хотел бы тобой воспользоваться. Он говорит: А сохрани меня. Ну хорошо, давай я тебя сохраню. Да? Хорошо. Ну, ты кто? Ну, понятно, я генератор. Как тобой воспользоваться? Да мы уже работаем, мы видели генератора сегодня. Нужно по нему бежать. For x in a print, это да print x, все. Ха! И опять мы видим отложенные вычисления. То есть я вижу, что функция из a, функция ну продолжает вычисляться а дальше, ровно тогда, когда мы просим очередного икса. То есть получается, что yield x вернул нам икса и заснул. Это, если честно, вообще ломает представление о функциях для школьников. Я не считаю, что плохие, как сказать, что хорошие школьники должны быть этого лишены, но уж вы-то точно должны с этим быть знакомы. Я вас с этим знакомлю. Получается, что у нас в процессе работы программы может появиться, вот шла, шла, шла себе программа, и тут мы позвали некую функцию, дали ей какие-то значения. У нас начала работать экземпляр этой функции, реальный экземпляр, в котором и конкретные значения, там, A, B, C, да, они равны конкретным значениям, да, там, 1, 2, 3, неважно, 1, 10, 1, 10, 2. Функция начинает выполняться. Она начинает, ну, слушайте, я сейчас блок схему не буду рисовать, да, но пошли ее инструкции, да, она пошла, пошла выполняться. И тут в какой-то момент эта функция говорит: "О, значение у меня созрело, тьфу тебе значение, да". А фишка в том, что эта функция, да, она на самом деле более того, она вернула управление сюда почти сразу, не вообще не вычисляя, можно сказать, ничего вообще не вычисляя ничего, ну, или, скажем так, добежала до илда да, и, и ок. И тут же она вернула генератор. В результате вот эта штуковина, да, которая вот здесь вот возникает, давайте я назову G, да, она, явля, она является окошком для взаимодействия функции, которая на самом деле будет жить и продолжать выполняться дальше. Понимаете? И моя программа выполняется дальше. Но дело в том, что нить вычислений одна. Это не параллельное программирование. Это не параллельное программирование. То есть пока создавался генератор, чтобы вернуться в G, да, у меня вот эта функция простаивала. Да? Дальше пошли вычисления, но в какой-то момент я говорю, я хочу достать какое-то значение из этого генератора. Ну, next, ну, мне нужно будет итератор на этот генератор повесить. Ну, короче говоря, я сейчас упрощенно, очень упрощенно, как бы next g. Ну, потому что мне нужно, по сути, сделать еще итератор. Итер, э, и равно итер от вот этого g, да, ну, короче. Я из него добываю очередное значение. Next. И что у меня происходит? У меня происходит запрос. К этому самому э, генератору, да, вот этот next вычисляет, говорит: А ну-ка, ну-ка, функция, я прошу тебя, пожалуйста, вычисли мне. Она доходит до очередного yield, да, чего-то там. Ну, у меня там yield x, да, и это значение улетает обратно. И это время функция на самом деле спала. То есть вот если это шкала времени, да, то получается, что они как бы пере, перекидываются э, исполнением. Говорит, на тебе, вот тебе, на тебе, вот тебе, да. И вот эти вот запросы, да, а, ну, пошло, 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 вернулся какой-то Y конкретный уже, да, пошло, 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 в какой-то момент раз, и мы следующее значение хотим вынуть, да. И снова мы раз сюда, ну, итератор привязан к генератору, конкретному генератору, который нам вернула функция f. Ну, функция f его породила. На самом деле, по сути, это уже, собственно, генератор, основанный на той функции. Это конкретный экземпляр генератора. На самом деле, одна и та же вот такая функция э, Rhythm Progression может породить мне несколько генераторов, много, и эти генераторы могут работать еще и совместно друг с другом. В этом случае понятие подпрограммы, оно ломается, это не подпрограмма. Она повычислялась, да, поспала, повычислялась, поспала, повычислялась, выплюнула значение, поспала. Понятно, Луки? Ну, в какой-то момент, когда генератор, что называется, закончится, последовательность, которую надо вычислить, заканчивается, можно все, все отменять и дальше не вычисляться. Ну, программа дальше получит, если попытается до, взять еще одно значение, она получит ошибку Stop Iteration, ну или, короче, предупреждение. Цикл Force с этим работает очень просто. О, Stop Iteration, все, закончились итерации, поехали дальше. Понятно, логика, да? Почувствовали? Это называется словом сопрограмма. То есть при помощи функционального программирования, при помощи вот таких вот штуковин мы можем создавать со программы и делать вычисления отложенными до именно до того момента, когда реально нам понадобятся эти значения, а не пытаться сохранять их все в памяти. И это очень круто, это очень важно на самом деле. Ладно, опять я заболтался. Давайте вернемся к вернемся к Нашему принципы работы for list comprehensions. List comprehension это когда квадратные скобки вокруг. Ну, я вам заодно про генераторы, которые в круглых скобках, это не tuple comprehension. В круглых скобках это именно генератор. Просто другой способ его описать. Объект range, про него говорили. Функция NumPy arrange. О, NumPy. Наконец, NumPy. Arrange. Позволяет делать то же самое, что range. Только старт-стоп-степ могут быть дробными. И это прекрасно. Нампи лин space для генерации диапазона с плавающей запятой. Начальная точка диапазона. Старт-стартовая точка. Так, стоп конечная. Нам Num, number of values to generate. Она должна быть не негативной. Да, дефолт 50. И endpoint. Либо true, либо. А, а, включать ли стоповое значение? А чем отличается у нас? Интересно. Чем отличается у нас от Orange? Интересно. Если честно, не понимаю до конца. А, здесь количество, здесь количество. Вот, все, все понятно. Значит, это нужно удобно для, например, графика функций. То есть нарезать, как это называется, нарезать, расставить точки от сих до сих включительно. А range делает так же, как range, то есть он не включает стоп. И там именно шаг указывается, а здесь количество точек, то есть шаг вычисляется. Все, вот, вот и разница. Генерация диапазона с плавающей запятой без использования сторонних модулей. Так, давайте пропустим это дело. Ключевое слово yield. Поболтали про него. Генераторы Iter Tools. Ой, слушайте, ну это, мне кажется, что тут, может быть, стоит вам под это самое, почитать самостоятельно. Там много прикольных вещей. Есть такая библиотека Iter Tools. Чего в ней только нет. В ней есть счетчик count, которая реально бесконечная. То есть просто можно по ней зацикливаться. Естественно, что лучше так не делать. Да? Ну, То есть for <laughs> и запустить count лучше не надо. Просто это называется зациклить цикл for. Uh, cycle возвращает по одному значению из последовательности повторенное бесконечное число раз. То есть тоже, если вам надо зациклить на, на бесконечность какую-то последовательность, 1 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 и бесконечно, пожалуйста. Repeat. Просто один элемент повторить бесконечное число. Accumulate, аккумулирует, э, так, вот честно не, не, не до конца понимаю, аккумулирует сумму. А, то есть он что, получается, он просто суммирует, да, сумматор, готовый сумматор. На самом деле есть еще классные классные штуки. Combinations, Офигенская штука. Combinations with replacement, ну комбинации это вообще круто, да, всевозможные комбинации. И BCD две штуки. То есть это по сути IZN пока или можно CZN пока сделать. Всевозможные сочетания. На, на самом деле есть и permutations, только тут их э, Светлана не написала. Можно всевозможные перестановки. Но мне придется по ним бежать, потому что они генерируются в процессе. For um, P in permutations. A, B, C. Ну, я знаю, что перестановок-то у меня очень. Давайте c D, хорошо. Uh, что перестановок слишком много. Uh, N факториал. Давайте 4 факториал. Видите, да? Ну, может быть, стоило печатать их покрасивее, чуть-чуть там звездочка P, чтобы он через пробел их печатал. Вот, ну вот всевозможные перестановки в лексикографическом порядке. Uh, group by, короче, слушайте, group by соответственно группирует элементы по значению. Значение получается применением функции key к элементу. Если элемент key не указан, то значением является сам элемент. Um очень много всего, что нужно просто пробовать смотреть. Star Map. Вот она, вот она. Элементы надо было распаковывать. Вот помните, я применял Map, и у меня проблема была. Надо было распаковывать, из-за этого я э, вот вынужден был вот сделать вот здесь вот А0, А1. Я не мог никак, я хотел I умножать на этот самый, на чар. Помните? Чтобы писать вот так вот, i и char. Для этого нужно было просто воспользоваться функцией не map, а star map. Вау, все супер. Вот, star map. Она перед тем, как, собственно, это самое применять, она распаковывает элементы. То есть с zip будет тоже хорошо работать. А, есть такой t. t. Вот. Соответственно, не чай, а t, как бы связать. Да? Кортеж из n-итераторов. Что у нас еще? Zip longest как встроенный zip, но берет самый длинный ротатор, а короткий дополняет fill value Фу, как это С, э, хвосты заполняют некими пустотами. Ладно, короче, это еще раз говорю это нужно просто вжаривать и смотреть. Со ну про это я вам рассказал хорошенечко э, до да, со ну это скорее вот со программа обычно говорят, не под программа, а со программа. Ну она выполняется в рамках той же того же треда то есть никакой отдельного эм, как сказать, то есть от параллельного программирования нету здесь нету это просто аккуратное перебрасывание тут по вычисляли тамп повыч... тут там там тут работа с файлами ребята все сами читаем а ну и собственно тут все Слушайте, мне кажется, что а, Светлана, раз, раз, как сказать, тут все, должна будет еще вернуться к а, функциональному программированию, потому что, как видите, да, вот просто это целый мир. Я очень надеюсь, что я очень много сейчас вам всего рассказал полезного. Вот, а теперь давайте кратенько, значит, вот наши темы сегодняшние я рассказал. А давайте-ка я сейчас... Э Даже не знаю, остановлю лекционную часть и посмотрим. Ну и ворвать, не буду рвать. Давайте по просто посмотрим, что там у нас в ДЗ, опять же, от Светланы есть. И все. Я прошу прощения, семинарская сегодня, как видите, практически не получилась. То есть вот я, э -э я вас предупреждал, что я буду <плох> плохо себя вести и очень много болтать. Вот, к сожалению, я опять много болтаю. Практическая часть. Значит, проверьте, возможно ли изменить список в процессе итерирования. Попробуйте. То есть, ну, а и ты возьмите там на каждой итерации, вот долбайте. Посмотрите, что получится. Написать функцию, принимающую два списка и возвращающую декартово произведение. Ну, есть продакт. Почитайте про него. Есть этот спайта Python.org, пожалуйста, почитайте. Написать функцию, принимающую строчку и число, возвращающую всевозможные перестановки из n символов в s-строке в лексикографическом порядке. Можно использовать permutations. Ну, я уже чуть-чуть за вас сделал. Подсмотрите в видеозаписи, если что. Реализовать функцию get combinations. Принимать строку, возвращать всевозможные комбинации символов в строке с длинами меньше либо равны k есть Enter Tools. Combinations вам будет несложно, если вы почитаете про возможности и Tools. Эм, пропускаем. Пятый почти то же самое. Функцию, которая... Шестой. Функцию, которая подсчитывает количество подряд идущих символов в строке. Использовать групп by. Функцию, седьмая функция, передается список списков. Нужно вернуть максимум, который достигает выражения а первое в квадрате плюс а второе плюс а это квадрате. То есть каждый список надо, по сути, редуцировать до числа. Нет, нет. Каждый список редуцируется к числу методом поиска максимального. Использовать функцию из Ether tools для поиска элемента из списка. и просуммировать квадраты этих чисел, товарищи. Есть такая классная штука, как reduce, вот ее и не показал совсем. Ну вы меня простите, я очень много работаю со школьниками, поэтому а, вот я уже привык где-то просто тупо пользоваться консолькой idle. Вот мне кажется, что здесь чуть-чуть визуальнее и более живо, чем в этом. То есть это скорее не как документ, да, а как вот э, непосредственно моя работа с Питоном и больше ничего, да, а там текст и так далее, а так я звуком текста озвучиваю. А в качестве документа действительно по этому ноутбуке они удобнее. То есть это такая полунаучная статья, в которой вы что-то можете там подзапустить. Ну, неважно, может не научно, а антинаучная. Ладно, что такое reduce? Я тут, reduce, у меня есть reduce? Ой, not defined. From iter tools, я правда не помню. По-моему, reduce находится в другом модуле, который называется funk tools. Я сейчас, простите, просто тупо высыплю оттуда все. Ну и на всякий случай из Iter Tools тоже. Просто все сюда, все сюда, все функциональные приблуды, все штуковины идем сюда. Что я хочу сейчас сделать? Я хочу редуцировать. а у меня есть до сих пор. Mm -hmm. Ну давайте чем-нибудь попроще туда, чтобы я видел, что у меня там такое. Окей. Значит, что я хочу сейчас сделать? Я хочу редуцировать а но его надо редуцировать при помощи какой-то функции. При помощи какой-то функции. Эта функция, по сути, должна что-то делать, жмякать. Вот как... Вот помните, я рассказывал про яички, да, и а, а, этот самый... А, омлет. Да, вот мне нужна функция, которая будет жмякать. Но у меня сейчас такой функции не заготовлено. Поэтому давайте я сделаю лямбда-функцию прямо тут на месте. лямбда, которая получает два параметра и жмякает их друг с другом методом сложить. А? Ок. Норм. Я получил сумму вот этого вот А. Да, поняли? Я мог жмякнуть его при помощи другой какой-нибудь функции. Ну, например, там, не знаю, произведение их всех. Чпуньк. Да? Мог их, не знаю, битовым и пожмякать, то есть любым способом. Мог прибавлять к Х, прибавлять y и квадраты. Ну, правда, первый первый у меня на самом деле вряд ли в квадрат возведен, он, потому что он же начинает не от нуля, как вы понимаете, раз он вот умножает аккуратненько, да? Вот, так что эм, как называется, вот тут надо подумать головой, а можно ли в принципе для вот этого вот суммирования потом воспользоваться функцией reduce? Да? Но сунуть вот сюда, вот последовательность максимумов от тех функций, от тех последовательностей, которые нам даны, то есть превратить последовательность последовательностей в последовательность просто чисел, каждая из которых является максимумом из. Это на самом деле несложно. Вот попробуйте подумать, это, это уже такая поломать голову, я бы сказал, что это полузвездочка. Генератор, выводящий первые N чисел Fibonacci, это фигня. Yield просто нужно делать и все, а Fibonacci вычислять а, нефункциональным способом без рекурсии. И так будет проще. Рекурсия вместе с yield это не очень приятная штука. Не, не то получится. Почитайте zip map enumerate и реализуйте свой вариант zip map enumerate. Товарищи, я благодарю вас за то, что вы были со мной. Задание. А, слушайте, подключитесь, пожалуйста, и к Светланиному Телеграму. Там ссылка у нас в дискордовском канале есть. Подключитесь, я не вытяну вести свой канал в Телеграме, к сожалению. Прям реально, ну, это туда что-то забрасывать, поэтому давайте в общем канале Светлане нам. Да, вольно слушателей курса это не касается. Вот этот канал для нас, для нашей группы, для вас, если будет Телеграм-канал, а скорее всего, он будет, то тогда ссылка на него будет под описанием ну собственно и ссылочки на а, вот это вот по этому ноутбуке тоже будут вот вот там вот ну я а, это самое к сожалению пока предыдущий лекции еще не выложил ждите будет на этом все спасибо вам большое до свидания.